Да, меня зовут Юрий, фамилия Абдурахманов. Я президент Ассоциации художников Нью-Йорка. Сейчас мы, правда, немножко не работаем уже, немножко закрылись, ввиду того, что я переехал в апстейт Нью-Йорк, в горах. Я ушел с моей центральной студии. Я решил просто немножко как бы уйти от этой суеты городской, потому что слишком как бы большие нагрузки мы несли на себе с выставками, с ивентами всякими. Мы делали здесь ивент «Похороны Ильича» в 92-м году. У меня был театр кукол Боевчана Валеры, который сейчас, по-моему, в Москве. Занимаюсь стеклом и металлом. Ну, иногда живопись. Вот. И занимаюсь реставрацией живописи еще, собираю коллекции. Ну, работа с металлом, со стеклом, это, очевидно, трудоемкий и такой объемный процесс. То есть да. В Нью-Йорке, наверное, огромная студия нужна, стоит, наверное, изрядных денег. У меня была студия в Дамбо, платила 7 тысяч в месяц. А, по-моему, сейчас Прохоров купил там такого типа студию за 18 миллионов. Я ушел оттуда, перепостроил здесь мастерскую студию и все. То есть я в апстейте. Сюда переехать все же, я так понимаю, заставляют художника скорее финансовые соображения, да, потому что я, насколько знаю, и Кузьминский здесь недалеко. Кузьминский там дальше, да. Чуть-чуть. Да, и Шнуров здесь, Саша. Много художников, у нас большая хорошая комьюнити. Лерман, Леня. Вот. Здесь целая колония уже образовалась. Да, да, да. Татьяна Габрильянс. Мы занимаемся такой же жизнью, как и все в городе. Мы занимались в свое время. Мне звонят, мы ездим на выставки, на открытие выставки, иногда участвуем в этих выставках. У нас сейчас этот новый музей «Безнание русского искусства» в Джерси-Сити, Боря Беленький, там Марго Грант. То есть мы ездим, все нормально, мы не отстали от жизни в этой жизни. То есть нет ощущения, что... Нет, абсолютно. У меня час 20 я в городе, поэтому это... Но зато воздух другой, спокойствие здесь, ни одной живой души нет, и место потрясающе красиво. Русское искусство в Америке каким-то образом находится в состоянии упадка? Я бы не сказал бы, если вот вы посмотрите, допустим, вот сейчас вышла книга по коллекции Ротшильда. У него преобладает абсолютно много русских художников, современных художников, типа Игорь Тюльпанов, типа Неизвестный, Шемякин. И так далее. То есть, нет. Может быть, упало немножко... не думаю, что интерес упал. Упали, может быть, цены, ввиду того, что сейчас люди не так покупают, как покупали раньше. И как бы это была экзотика. Теперь это уже как бы стало нормой поведения, ввиду того, что очень много русских, в принципе, здесь. И поэтому уже это не сильно как бы интересно стало. Хотя это все. Хотя наоборот, наверное, должно быть. Казалось бы, много иммигрантов новых, много людей появляется с русскими корнями. Им, наверное, более интересно или нет, как вообще? Им интересно. Это зависит уже от человека, на какой стадии сегодня он находится. Потому что многие банкрот после этого, все, что произошло в мире. Многие... поменяли свое мнение, перешли на каких-то, может быть, других художников. Но, в принципе, русские художники всегда. Сейчас издалась одна книга, сейчас мы издаем энциклопедию. Сандулов сейчас издает энциклопедию русской живописи, русских художников в эмиграции. Вот, я там являюсь редактором, мы сейчас собираем большие материалы. Это будет толстая энциклопедия, где в эмиграции, а это первый том, а второй том – это русские художники в России, которые попадут тоже в эту же книгу, ввиду того, что получены гранты, и мы будем подбирать хороших художников из России и поместим в этот каталог. Это будет энциклопедия, по сути дела, русской живописи, русских художников. Вся скульптура, графика и так далее, и так далее. В художественном мире я не вижу кризиса, понимаете? Много новых имен появляется, талантливых ребят, молодых. Вот. Я лично не вижу. Юрий, скажите, вы сколько лет уже в Америке? 31 год, 32 года. То есть это примерно начало 80-х, да? Да, 80-е годы. Сразу удалось здесь закрепиться? Нет, я очень тяжело уезжал. Начнем с того, что когда я уезжал из Одессы.
У меня стоит памятник в Москве погибшим воинам на Волгоградском проспекте. АЗЛК, завод АЗЛК поставил. То есть я сделал этот памятник им. 73-й год был. Не знаю ли он есть или нет, я думаю, что его не снесли. Потому что все-таки такая тема. Уезжал я очень тяжело, у меня была большая коллекция антиквара. Мне заставили буквально под дулом пистолета отдать это все. Я отдал 5 музеям эти вещи. Начиная от икон, там 90 с чем-то шикарнейших икон было старых. Есть Айвазовский, 2 Айвазовских, 4 Пиросмани. Очень много серьезных работ я отдал. Мебель уникальная, библиотека уникальнейшая, старинная. И это все в 90-х годах разграбили. В музеях сейчас ничего нет. Одни только бумаги, документы у меня остались. Поэтому я, так сказать, очень... Я еще 4,5 года в отказе был. То есть у нас меня хорошо побило это все дело. Я с двумя маленькими детьми уехал. Поэтому я начинал очень тяжело здесь. Это связано с какой-то антисоветской деятельностью? Никогда в жизни не был антисоветчиком, никогда в жизни не был диссидентом. Это было связано с тем, что я коллекционер, был известный. Я зарабатывал хорошие деньги, я делал монументы, я делал монументальные работы, я делал памятники какие-то. Я работал с металлом. Здесь я работаю со стеклом и металлом, потому что металл здесь не так идет, но стекло я делаю, делаю стекло здесь, резные стекла красивые для домов, богатых гостиниц, ресторанов, отелей, кораблей. На заказ? Заказ, это только заказные, с архитекторами и дизайнерами. Ну и процесс становления вот здесь, вот, например, как вот закрепиться? Очень тяжело было мне. Я приехал в Коннектикут, другой штат, не в Нью-Йорк сначала. Ходил, убирал дворы людям. Вот. Хотя имя уже было как бы занесено в украинскую энциклопедию. У меня были лучшие работы в Союзе по металлу. Вот. И убирал дворы, снег убирал зимой, зарабатывал копейки для того, чтобы прожить и прокормить семью, и для того, чтобы рент. Было очень тяжело. Ну, постепенно, слушай, я там... Стали работать по профессии. Стал, да, монументальные работы. Стал делать там, я сделал 5 судов, каждое судно года, яхты богатых. Hilton Hotel, президенту United Technology, мистеру Hennessy, президент. Ну, в общем, серьезным людям были, потому что я работал с серьезными дизайнерами, архитекторами. Не тянет уже обратно, хотя режим вроде другой, какое-то время был. Нет, не тянет. Мне надо здесь... У меня сын художник, очень такой талантливый человек, там работы его стоят. Он работал с Шемякиным, он работал с Леней Пурыгиным. Это его портрет в виде ангелочка у вас висит? Да, это сын. Моего сына, другого сына портрет. То есть старший сын Славик сделал портрет этого младшего своего брата. Не, ну у него сюрреализм был. Там вот на балконе большие работы, очень интересные, кстати, работы. Желаем вам удачи. Искренне, спасибо. От всего сердца, спасибо. Чтобы было много денег, и... но больше, наверное, всего это работа. Работ хватает. Здоровья, чтобы было, выдержать. И здоровье, конечно. Нагрузка большая. Спасибо. Спасибо вам также. We'll be right back.